Здорово! Вы на канале Мэтт Пак. Футболист — это я, если кто забыл. Погнали! Вы на канале Мэтт Пак. Если вы включили это видео, значит, вы смотрите это видео. Логик. Сказочный долбоёб. Короче, сегодня у нас противостояние. Хоккей против футбола. Вновь, снова, опять. Зачем? Я сказал, не знаю. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Эстафета, противостояние. Футболист, хоккеист, все то же самое. Ничего нового. Футболист — это я, если кто забыл. Да ладно! Понятно. Короче, начинаем от линии старта. Вот она. Засекаем время, естественно. По секундомеру все будет. Я на ногах, с клюшкой, с мячом для ведения. Стартую. Сначала идет широкая змейка, после ее прохождения бежим до стойки, разворот в сторону борта, потом короткая змеечка с дриблингом, восьмерка и после восьмерки завершающий бросок в ведро. Если сбиваешь стойку или задеваешь ее, плюс 2 секунды ко времени. Последняя мишень — это ведро, левая девятка. При попадании в ведро получаешь минус 5 секунд. Если шайба или мяч остается внутри ведра, минус 10 секунд. Погнали! Эстафета у нас будет из двух кругов. Первый круг я бегу с маленьким мячом деревянным в кроссовках. Второй круг я бегу также с маленьким мячом, но на роликах. Он бежит первый круг с большим мячом футбольным, второй круг он бежит с маленьким мячом. Но круги плюсуются. Выиграет, и все. Ну, то есть у меня там 30 секунд и 35 будет. А, то есть у меня, 65 секунд. А, вообще из двух лучший результат берем? Да. А, все, я понял. Просто чтобы условия разные были. Я понял. Понял? Да. Победитель получает 1000 рублей. Сегодня у нас бюджет такой. Спасибо нам. Проигравший получает по башке клюшкой, при этом одевает ведро на голову. Вот это неплохо, неплохо. И опозорится на весь YouTube. Вот, все. Нормально, все, согласен, добро, давай, удачи, погнали тогда. Раз, два, три. Ясно. Че, первый, что ли? Давай, давай, удачи, удачи тебе. Ну что, первый готов? Конечно, ведро-то неохота на голову одевать. Тоже верно. Ну все, давай тогда сейчас. Готовься. Давай. Раз, два. Погнали. Да это пиздец. Как так бросить-то можно? Ну, по скорости, конечно, пиздец топишь. Я так с мячом обосрусь, пиздец. Бежать так, устать и вот так вот обосраться в конце, это пиздец. Лох! Ну, у тебя тяжелее условия намного. Меня только спасет, если я попаду в ведро. Может быть, спасет. Ну, да. У меня тяжелее, конечно. Ну, все, ладно, что, давай. Стартуем, погнали. Все. На старт... Сейчас я проверил секундомер, все работает. На старт... Внимание, пошел!
Близко-близко был. Но сейчас будет второй круг. Он на роликах, говорит, опасно. Можно прям разъебаться хорошенечко. Он раскатывается. Вот, сейчас второй круг. Я с маленьким мячом, он на роликах, ну и со своим деревянным. Поэтому сейчас посмотрим. На раз, два, три, готов? Да. Давай, раз, два, погнали. Ты чё, ёб твою мать? Блять, как так бросать-то можно? Это же просто убожество, блядь. Ну, неплохо. Ты задел, слышь, ну это, блядь, решающий бросок, это пиздец. Встань, успокойся, брось нормально, да? Твоя вторая попытка? Да. Маленький мяч, он либо пойдет на пользу, либо во вред, поэтому сейчас посмотрим. А самое главное, у тебя все шансы, потому что побеждает лучший результат же. Ну, понятное дело. Мы же не складываем результат. Да, да, да. Но у тебя пока бешеный результат, потому что, как бы, блядь, у меня 30 секунд в среднем, там, по 30, ну, поэтому тяжко. Ведро только спасет. Попадай в ведро, ты минус 10, нахуй, и все. Ну, да. Тогда погоду делает, а так тяжко. Так, ну, что, готов? Давай, секундомер на старте. Погнали, погнали тогда. Давай. Говори и стартуем. 3, 2, пошел. Иди нахуй! Сука! Вообще в другую сторону, блядь, в перекладину ударил. Две попытки было, два круга. Я проебал там и там, и сям, короче, вот. Поэтому сейчас надеваем вон то, блядь, бесячее ведро на голову, и он меня будет разъебывать по голове. Так что давай только не сильно, ладно? А ты как считаешь, условия равные были? Ну, не знаю, сложно судить, пусть там люди со стороны судят. Вот, ну, может быть, кстати, не равный, то, что и на роликах, да, и клюшка. Ну, хотя, опять же, я по себе пробую, я же не хоккеист. Да. Клюшку в руки, ну, как бы, брал там пару раз, ты мне показывал, что делать. Все равно, как бы, блин, ну, бежать с клюшки тоже тяжело, умение нужно. Вот, поэтому, не знаю, со стороны кажется, как будто тебе легче, ты там хоп, да, там хоп-хоп просунул, пробежал. Вот, а тут все на ногах надо. Угу. Вот, поэтому, ну, не знаю, может, равный, может, плюс-минус там, да, у тебя там. Чуть получше было, может быть. Но мне сложно судить, поэтому... Как бы проиграл, но было интересно. Главное, было интересно. Вот. Поэтому... Чё там, блядь? По жопе я клюшкой получил. Сейчас по голове, блядь, получу. Ну, хули делать. Заруба есть заруба, пацаны. В общем, противостояние пока 0-2 у тебя, да? Да-да. Хоккей, футбол, блядь, 2-0, нахуй. Разъёбывает, пиздец, меня. Ну, ещё будет время отыграться. Да-да-да, согласен. Так что, ладно, давай сейчас скорой помочь им. Как бы ему сотряс не сделать. Ну ладно, пожалеем уж его, а то он и так что-то получает до хера. Что, готово? Давай, надевай ведро и херач. Все, давайте, всем пока. Пока, удачи. О, блядь. Ебать, своих нихуя себе. Все, погнали. Бля. Ой, бля, блок пробил. Че, больно? Ну, конечно, бля. Все, там ведро помялось. Да все, ебать, уже 10 секунд. Снимай. Бля, шишку нахуй мне сделал, пиздец. Я ж охуел от жизни. Ну, короче, пожалел я его немножко. Так, слегка. Дал. Что-то взгрустнул даже, бля, ни эмоций, ничего, ну, проебал опять. Проигрыш за проигрышем, в ушах звенит, бля, башка болит, шишка будет. Поэтому давайте, поддержите меня, поддержите канал, ставьте там лайки, подписки, комментарии. Ждем вас, давайте, увидимся.
Если вы смотрели этот видос, поставьте лайк. А колокола не будешь свои говорить? Я не знаю, что это такое, но поставьте. На ваше усмотрение. Всем пока, спасибо. Пожалуйста. Ну что, братишка, косарек-то ладно, на, держи. Так уж и быть, заслуженно выиграл. Всегда приятно. Держи кэс свой. На косарь куплю. Че? Полезный то, главное, что-нибудь. БЦАшку куплю. Или витамины. Витамины, это все хорошо, красав. Чтобы здоровым быть, никак я слабенький по всем фронтам. Все-таки надо победы-то подтверждать, поэтому надо хорошо питаться. От души давай. Удачи. Сегодня у нас опять противостояние хоккеист против футболиста. Сегодня будет эстафета на время. Кто быстрее проходит, тот и победитель. Че нажал там? Блять, это не должно я ебать, что я там нажал. Там включил. Бля, ну это пиздец. Все, давай заново. В общем, у нас сегодня старт. Ебанутый, какой сегодня? Че ты несешь, блядь? Все, давай заново. Если попадаешь в ведро, то обосрешься, блядь. Все заново. А ты что, секундомер не остановил? Нет. Блять, я так в процесс вошел.